Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. Сына! Сына! Вставай давай, все, на охоту поехали, давай! Папа, блин, какая охота, а? Ну что так рано-то? В смысле рано? Рано на твоей матери женился. А для охоты в самый раз. Вставай, бегемот, давай! Папа, блин! Вставай! Пожалуйста! Давай быстрее надевайся! Одевайся! Не огрызайся! Живее давай, живее, сынок! Ты что, оделся? Все нормально, тепло? Нормально. Ты подштанники одел? Пап, да зачем? В смысле зачем? Мне неохота, чтобы из-за охоты тебе было бабу неохота, сына. Че? Я говорю, у белки орешки в дупле, а у охотника должны быть теплее. Давай, одевай подштанники. Я тебе говорю, быстро одевай подштанники. Пап, что скоро, а? Скоро, сынок, только за репосты сажают. Держись крепче, сына. Я и так, пап, держусь уже из последних сил. Я тошнит. Ничего, сыночка, рвота не понос, это не стыдно. Терпи давай. Че, во все, приехали? Нет, сынок, ты что, еще рано? Это вообще-то, сыночка, борсячка. Что это такое? Ну, сынок, это неотъемлемая часть каждого охотника. Обязательно нужно брызнуть на удачу, понимаешь? А-а-а. Совсем буквально самую малость. Берем, наливаем так. Пум-пум-пум. Буквально капельку, сыночка, для запаха. Капаем на землю. Остальное все на душу. Понятно. Да, сыночка, это иначе удачи не будет совсем. Папа, можно мне, а? Конечно, можно, когда вырастешь. Понятно. Все, поехали. Стой. Сейчас в гон пойдешь, понял? Я сейчас там уеду на номер встану, а ты отсюда полетишь, все. Ну ты не дай тоже какое-нибудь ружье, а, пап? На, вот тебе достаточно будет. Все. А что делать-то? Ну что делать, иди шуми. Стучи там по деревьям. Ну крик какой-нибудь свой придумай. Я, к примеру, кричу, мразь, мразь. Теща мразь! Вообще, знаешь, все козы боятся улетать. А если чау-чау-чау-чау? Все нормально, сын. А-а-а. Пойдет, пойдет. Все, ладно. Давай. Подожди, пап! Че? А если медведь какой нападет? Ну, на тебя может, кстати. Медведь любит с душком. А ты ж, блин, раз в неделю моешься. Все, не ссы, иди давай. Чау-чау-чау! Это ночь, котелок! Золотая чаша, золотые цепи, бэйби! Пап! 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 Дебильная охота, пап! Выдумал какую-то херню, блин! Пап! Папа! Че ты, блядь, орешь-то, а? Ты 300 метров отошел! Уже заныл ты! Пошли! Я думал, я заблудился, пап! Заблудился, ты дурачок! А я, сыночка, в прошлом году такую лосиху за жопу взял! Еще и двум кабанам пятаки начистил! Да, сына, единение с природой, это ж просто сказка! А? За одной козой, сына! Трое суток ходил, а у него, кажется, олень был, на? Ну я плюнул, нахер мне этот подранок. Мы с дядей Сережей, сына, эту рысь в два ствола дуплетом. Вообще, вот охотка была, конечно. Ладно, что брызнули, поехали дальше. Давай, сына, потихонечку вперед, давай. Давай, ну-ка пробуй назад, назад пробуй. Давай, давай, быстрее. Так, вперед, давай, вперед! Давай, вперед, нормально, погнали! Слушай, что-то я устал, а? Садись-ка за руль. Да, пап! Садись за руль! Да, пап, блин, ну что такое? Это твоя охота дебильная, блин! Поехали. Пап, как я поеду-то? Поехали. Трогайся, блядь, скорее!
Пап, ну это неохота, какая-то фигня получилась. В смысле? Ну а чё? Ну а чё, из леса ты вышел, вышел. Машину вытолкал, вытолкал. До дома доехал, доехал. Ха. Теперь тебя можно нормальную охоту брать, сына. Молодец, понял? А, ну теперь понятно, ну да. Ну вот, завтра на рыбалку поедем. Да пап, нет! Не ори, загоняй машину. Ну пап, блин, какая рыбалка, ты чё так крепкий? Я не поеду никуда. Ты с пацанами договорился вообще-то? Понравилось видео, ставь лайк, обязательно делись им с друзьями, это помогает нам развиваться, и пиши в комментариях свои интересные случаи про охоту.